Есть ли что-нибудь? Нормально разбил? Глаза покинут вообще просто. А раз больше, чем один. Все равно, да, вот тройбольный попал сразу. А что, мы взяли что-нибудь? Дополнительные гранаты там взяли. А мы скрафтить из этой хуйни не можем что-нибудь? Если скрафтим, то мы вот это не выполним частично. Не, давай не будем. Сколько бриллиант стоит? А мы гранаты... Смотри какой! Желтый. Желтый и зеленый свеч. Не тот, который прячется где-то там в теле. Сейчас посмотрим. Давай, Бара, давай, мы сейчас продадим тебя. Гранаты что? Конфетку? Ой, блин, дай просто. Ой, проскакивай. Почему ГП эвакуация не может приземлиться здесь? Что за хуйня? Ну, мы вертушку прям выжили. Сейчас все спиздим, там разберемся. А. А чей святой источник у дерева? Мой. Можно глотнуть? Конечно. Лимон, а где? Там? Давай. И сейчас там общий бутерат, и все такие. О, спасибо. А что я понимаю? Кто до лэп доходил? Лэп? А, ну мы не доходили. На карте, пожалуйста. Ну, я понял, это где база ЦРУ была в прошлый раз. И была база ЦРУ? Да, вот там, где база ЦРУ была? В ту сторону? Да. Ну да, да. Дальше? Нет, до базы ЦРУ. Помнишь, мы когда заходили, вот там лэп вначале был, потом трансформатор, а потом база. Так же? Я просто лага на базу даже не заходил ни разу. Ну, короче, нам на базу ЦРУ идти. Идем прямо, иди чуть-чуть правее, буквально, ну вот так вот. До сюда. Но у него дороги там? Нет, не у этой дороги. И копирка это их, да? У дороги. Надо, потому что карты живые использовать. Да. Короче, вас увидят. Лучше зеленый дырку. Своим увидят. А дайте стишку, кто курит? Мне привезли. Сигареты появились, а можно, да, вот попросить? Дайте стишку, дерну. Русский стиль. Он там не только один, там их больше еще. Ля, красота какая. Ай, спасибо тебе большое. Я возьму все, да? Спасибо большое. Я думал, это мусор. Какой ты беззаботный, дядь. Или просто не сориентировался. Или просто не сориентировался. Исходя из количества лута, что у нас имеется, еще можно 6 предметов забрать. Вон там магазин лежит зеленый. А магазин вот лежит, смотри. Винты. Этот магазин уже вышел. А. Нужны были. Через сколько выход? Шеф, мои готовы к выходу. Дай докурить, не готовы. Знаю шефа. Подожди, вместе готовы. Знаю шефа. Мы дали его, пусть он нас теперь подождет. Предлагаю уже идти. Я к чему? Вот там я ходил, гулял, там баллон увидел оранжевый. Что, мне сейчас за ним бежать? Беги за ним и сразу на выход. Так можно? Можно. Они осудят? Не осудят. А тебе не похуй на них? Я перчатки нашел свои. Здесь и лежали.
Можно это сигарету? Да? А, кстати, ёжик, меня слышно? Я вам спрашивал, что делать там. Я отбился от вас. Да, мы слышали. Мы были в прачке, мы нас там разбили. Там пиздец, кто-то засел, ёбан. Сейчас я вообще прошел по правой стороне, вот так вообще никого не встретил. По лесу. Да. Хорошо на углу посидели. Что? На углу хорошо посидели, зачетно. Типа бедолаги, наверное, расстроились. Вообще пиздец. А он у тебя обернут? Я спас твою винтовку от тебя же. Почему? Чуть на не наступил, пока всех бинтовал, блядь. Нормально бывает. Нормально, что ствол и цевьё кривые, блядь? Немножко, да. Оно там зафиксировано в нижней части. Нормально все. Чего надо построить теперь? Ты накидываешь все равно далеко же с ним. Ну, очень далеко. Ну вот. Я, блядь, инженер, нахуй. Меня слышно? Блядь, ну такая толпа там сидела, жалко, в окна залетел. Я говорю, такая толпа там сидела, жалко, в окна залетел. Да. Чего, жетон? А, два. Забери мне это, берешь. Ты два забрал уже? А как можно? Я сказать, мне не быстро. Это, барыч, сюда начинает. Слушайте, а давайте пойдем сейчас, пока все не кусают. Пока я даже лук, но пройдите как полутаться. Забирайте лук. Полутаться еще никто не запрещал. Так, Джуса, второй раймет. Нет, сейчас будут укладывать, сейчас они несут до точки. До точки, как они придут, станут сейчас. Есть у кого сколько? Еще один магазин запасной, а? Три минуты где-то, они принесли. Она же не давно, у нас нет магазина. Перерыв будет. Я что-то уже парился. Вдоль дороги? Рыж балон. Даже перерыв будет, только скажи шефу недолго. Видите, головной вообще, блядь, долго. 10 минут, 15, да? Думаешь, я хочу долгий. Перерыв. Удачи, да. Джой! Сейчас партой за баллоном сбегаем.
Сейчас, да. Скажи это. Через 3 минуты выходим на поле. Успеем. Успеем, там вдоль дороги. Пойдем, Спарта. Вдоль дороги, правая сторона, возле дома где-то. Че там? Баллон еще стрес. Давай, 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 я сейчас пистолет. Давай, давай. Давай, побежали. Часа позже, что по-моему, был. Проблемы вверх так, да, мне стало. Сколько тагов осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Пять? Пять? Или четыре. А тут в коробке два. Значит, четыре. Вот в коробке два. Один у Добрыни, один у меня. И один у меня. Ага. А у нас дыма есть? Ну, вроде как больше нет. Айс! Айс! А у тебя дым остался? Есть. Тебе отключило. Я гранату возьму. Не, аж одна граната переносила. Использую потом для воды. Это дым? Спасибо. Вроде был дым. И ликвид, просьба вернуть ёжика. Принял. Джой, как называется этот подсумок слева? Какой? Ну, который на поясе у тебя. Вот такой пиздатый с клапаном. О, это элитарный подсумок от АСР, то есть от синего магазина. А-а-а. Мне так нравится, как он закрывается, блин. Он очень... Да, да, да. Он стоит где-то 2000 рублей. Угу. Если хочешь, могу ссылку дать. Ну да, если найдешь, если не сложно, дай. Ну, прикольно. Очень полезная штука. У него тут и губы есть. Да, 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 я вот уже заметил. Поэтому это тема. Чего? Что? Не знаю. Чего не знаете? Это надо к Баре. А, это надо у Бара спросить, какой канал. Нормально! Хорош. Как штаны? Тебя баллон выебать пытался или что? Получается, сесть хотел. Карта Иди, баллон на базе. Поставили, баллон на базе. Вон они бегут. Там один, Арелий, пытался стрелять. Я пока снимал. У него не попало. Нет, но я пока снимал час, они прибегали. Слушай, на правый рацию сделай погромче. Давай. Я ранен. Ко мне не бегите, я высекаю, иду на рейс. Старта убить. Вот и первые два трупа. Сделал максимум. Ну что, успеешь, что два выхода, вот блядь, и умерли. Нахуй было иметь, что просто... Баллон есть, нам нужен баллон. Да, это... А ты снимешь его? Да, я пока... Они покрывали. Да, я пока... Нет, они сбегали до середины. Взяли оттуда. Я пока пиздел, они пробежали. Дай баллон, я сильно прикрою, у тебя штана. Правильно. Тогда была... Доблестная смерть. Во благо! Смерть во благо! Добро пожаловать так, здесь тебя убьют. Потом на парковке перебиваем Спарту, фоткает просто пейзаж, мы ставимся снизу, держим его и делаем из нас голову комара, блядь. Голову, блядь.
конец угла. Вот такой. Идем в вертолет. Да, я придумал, что. Знаете, почему ставь такой? Потому что игра еще ставит.